Погода бьет рекорды. Как сообщает информационное агентство РИАМА в Люберцах, ссылаясь на сайт Метеоновости, зима 2017 и 2018 годов заняла второе место по осадкам за всю историю метеонаблюдений, уступив лишь зиме 1965-66 годов. Более 100 лет наблюдений показали, что зима 2018 года стала второй по количеству осадков в виде снега. До этого времени в московском регионе было лишь два подобных года – 1960 и 2005. Пик выпадения осадков на этот раз пришелся на 3-4 февраля и 4 марта. В эти дни высота снежного покрова достигла 218 миллиметров. Так прошедшая зима заняла второе место по осадкам в истории метеонаблюдений. Мария Антонова, Мария Лапчева, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.